M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается супербой в среднем весе. В синий угол рейджа приглашается Магомед Расул Гасанов, бойцовский клуб «Горец», Республика Дагестан. Гасанов Магомед Расул, мне 21 год, приехал с города Махачкалы. Тренируюсь в клубе «Горец» и функциональный тренинг «Армбар». Профессиональную карьеру начал в 2014 года. Двухкратный чемпион Дагестана, чемпион России, призер СКФО. КМС по вольной, КМС по ММА. Желаю своему сопернику только быстрым. Основной все удачи желаю только себе. Приехал показать зрелищно хороший бой. Иншалла, покажем зрелищно хороший бой. Потому что я горец. Магомед Расул Гасанов, горец, Республика Дагестан. Горец. Потому что я горец. Красный угол рейджа приглашается Магомед Героев, Республика Ингушетия. Я Магомед Героев, представляю бойцовский клуб наш, являюсь мастером спорта по панкратиону. Своему сопернику желаю, чтобы все обошлось без травм. Магомед Героев, Республика Ингушетия. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up. Супербой в среднем весе. Синий угол рейджа. Магомед Расул Гасанов, бойцовский клуб «Горец», Республика Дагестан. Магомед Расулу 21 год. Вес 83 килограмма. Рост 182 сантиметра. Профессиональный рекорд. 5 побед, 2 поражения. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Кандидат в мастера спорта по ММА.
Красном углу рейджа Магомед Героев, Республика Ингушетия. Магомеду 22 года, вес 83 килограмма, рост 190 сантиметров. Профессиональный рекорд 5 боев, 5 побед. Мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по боевому самбо. Рефери в ринге Магомед Султан Ахмедов. Давайте на середину. Внимание, работаем 3 раунда по 5 минут. Правилами знакомы. Затылок не бьем. Канаты не хватаем. Внимательно слушаем команду «Стоп». Пожали руки по углам. Давай!
Бог дал. Прямой, прямой, вот тебе дал. Сейчас ты вот себе, еще себе. Come on.
Давай,
это я смогу, сетка заходит. Мама, а кстати, что, бой, активный? Мама, да, я знаю, ты устал, балби, мама, оттяни его, работу, делай свою работу. Работай, вот так, оттяни, не пусть пёс, оттяни его. Пусть пёс, оттяни его, работай. Садай, крутись, крутись, хаунь. Хаешь, пробуй, давай. Мама, чем это, ты вот это, а ты, он уже галвел, он, я тут. Мама, ты же галвел, он, а сам балби, он, я тут. Thank you.
Бойцы на середину. Единогласным решением судей в этом поединке победу одержал боец в синем углу рейджа Магомед Расул Гасанов, бойцовский клуб «Горец», Республика Дагестан.